Это трусы на колготках? Да, двойная утяжка. Простите, ребята, придется забрать. Дайте мне пару дней, я все оплачу. Так что, все началось из-за одной ошибки? Я основал медицинскую компанию, и это стало началом конца. Вещи продаете? Нет, Берт, просто наш дом блеванул мебелью. Не обращайте внимания, он нажрался в хлам. Мне нужно больше денег. Ты же просто следишь за моим домом. А что дальше? Сдашь его в аренду? Сдать его дом? Аванс за полгода. А как новый сосед, я по закону обязан сообщить вам, что я грязный извращенец. Не понял? Вот это поворот. Либо возвращайся к себе, либо вали на улицу. Ты не можешь здесь остаться. Мы бомжи. Влезла в мой дом, получай! Прости, боже, ты что, подстриглась? Вы приехали? Как дорога? Великолепно. Что происходит? Нэнси, ты голая? Ты сдурела, это футболка! Хреновые вы мошенники! На землю, Шиба! Здорово, Фрэнк. А вот и я. Детка, у нас кости! Ты кто? Сантехник. Захлопнулась. Где мои вещи? Что ты сделал с моим шкафом? Теперь это комната для забав. О, да, тут весело.